Всем привет, добро пожаловать на мой канал в новое видео. Начинаю я его сегодня с атмосферы нашего города. Как видите, на улице хорошо, тепло, солнышко греет. Температура где-то от 18 до 20-22 градусов. Показываю вам центр, это Plaza Mayor, площадь Майор. Здесь у нас ярмарка, все очень красиво, по-новогоднему и, конечно же, все в испанских традициях. Вы видите испанские игрушки, испанские национальные костюмы здесь можно заметить на игрушках. Это все используется для создания таких так называемых беленов. У меня есть видео на канале про белены. Здесь вы можете собрать вот такие разные фигурки. Конечно же, это персонажи испанские, а еще это персонажи библейские. Много туристов, их видно издалека. Все гуляют, немцы в особенности в шортах, футболках. А я зашла в мой любимый магазин. Надеюсь, он вам также понравится и нравится. Я показывала его не один раз. Это El Corte Inglés на последнем этаже. Здесь вы найдете все для дома. Это я смотрю на ручки, на шкафчики. Разные ручки. Очень красивые, разнообразие, конечно же. Разные цвета, размеры. Мне было интересно разглядывать их, потому что я ни разу на них не обращала внимания. Ну, редко так быстро. Красивое постельное белье, тоже очень яркое. Это очень красивое, такой белый цвет в сочетании с красивыми. И синий, голубой, оранжевый. Много подушек. Красиво все оформлено. И, конечно же, показываю вам цены на такие постельные, на такое постельное белье. Конечно же, цена не маленькая. Здесь 220-245. Это только наволочки с пододеяльником. Или отдельно просто простыня продается. Тоже видите, красивое постельное белье, такое как мазки. Гуаша тоже очень красиво смотрится. Красивые цвета. Можно гулять по этому этажу и любоваться, вдохновляться. Много красивой посуды, конечно же. И одна из них — это немецкий бренд Valeroy Boch. Очень известная посуда, но также очень дорогая. Только один такой бокал стоит 99,90 центов, 100 евро за один бокал. Но красиво все оформлено, конечно же, можно взять идею, вот как сервировать стол не только на Новый год, а и на разные праздники или просто на каждый день. Красивая белая посуда. Конечно же, здесь есть много вариантов, не только белая сервировка, но и более цветная, более такая новогодняя, и не только от Valeroy Boch, а и другие красивые, хорошие марки испанские. Но от этой фирмы мне понравилась вот эта звездочка, красивая такая игрушка на елочку. Но стоит она, конечно, немало. Большой здесь этаж, много чего представлено, много посуды. Красивой, яркой, необычной и просто разные, не только посуда, а разные вазочки, красивые скатерти, просто подложки под тарелочки и тематические, и просто на каждый день. Я люблю так просто пройтись, посмотреть, что есть интересного, что-то себе наметить, и потом, когда будут скидки, конечно же, можно себе что-то купить красивое и интересное. Но сегодня, видите, я застряла в этом отделе Valeroy Boch. Много интересной посуды и новогодней. Есть ее такие подушечки. 50 евро одна подушка. Я не знала, что у них есть и текстиль, но красиво.
видите, и посуда такая новогодняя, именно под Новый год. Не только шарики, а еще и красивые чашечки, блюдца, разные размеры, и под фрукты, под пирог можно, и под сладости. Вы выбираете сами, что готовить в таких тарелочках, но они на самом деле очень красивые и могут просто вот так, как картина, стоять или висеть где-то на стене, если вы коллекционируете такие тарелочки. Конечно же, это красиво. Разные чашечки, видите, даже салфетки есть новогодние, но они стоят тоже немало, 10 евро почти за салфетки. Но для новогоднего праздника, наверное, можно себе позволить. На сегодня у меня все. Увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.